Врач – профессия не только нужная, но и престижная. Эту мысль пытались донести организаторы форума «Медицина будущего» до участников – школьников и студентов медицинских колледжей. Наши учреждения здравоохранения будут предлагать, кто им требуется, по каким профессиям. Даже молодежь наша может посетить отдельные кабинеты и познакомиться, погрузиться в эту профессию глубже, посмотреть, что это такое. Ну и выбрать свою стезю дальнейшую. Я очень надеюсь, что многие из них определятся. Либо они будут поступать в высшее учебное заведение, либо школьники тоже самое определятся своей профессией. Задача государства в последние годы – поднять не только качество медицинского обслуживания населения, но и престиж работы в сфере здравоохранения. На эти цели, по информации профильного департамента, региону выделят серьезные средства. В рамках национального проекта здравоохранения в Ивановской области 2019 года будут внедряться 7 региональных проектов. Это с 2019 по 2024 год. Более 14 миллиардов рублей будет направлено на развитие данных проектов. Из них 3,7 миллиарда – это из бюджета Ивановской области. Чтобы вы имели представление, что это за проекты. Это развитие первичной медико-санитарной помощи, это, естественно, создание во всех поликлиниках новой модели с бережливыми технологиями, это приобретение передвижных ФАПов, модульных ФАПов, мобильных комплексов, это маммографы, флюорографы. Будущее здравоохранения, конечно, за высокими технологиями. Но без грамотных специалистов это бессмысленно. Регион остро нуждается в медицинских кадрах. По городу Иваново, Ивановскому району и городу Кохме есть порядка 150 вакансий в сфере здравоохранения. Это врачи всех направлений и практически во всех лечебных учреждениях на территориях, которые я обозначил. И это только центр региона. В районных больницах ситуация куда серьезней. Всего по региону требуется более 800 специалистов различных направлений медицины. Чтобы в дальнейшем это не отразилось на качестве здравоохранения, важно понимать, медицина будущего – это в первую очередь квалифицированные кадры. И создавать это будущее нужно уже сейчас. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.